пока никто не слышит. Кент, если что, я продаю твой керамбит, все. Оп, и создаю. Чего нахрен, какой керамбит, руку убери! Хей-йоу, ребята, всем привет, Кента пока на проводе, и сегодня я не один, со мной... Анетка, прекрасная котлетка! Да, ребята, и сегодня будет мега-эпичное открытие кейсов. И да, ребята, это моя девушка, поэтому я не ей, ха-ха! И поэтому не забудьте поставить лайки и... И подписаться. Ребята, давайте так, чтобы я минуту не упрашивал лайки, вы просто вот прям сейчас все, вот прям все поставите лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну что же, ребята, это будет первый раз моей девушке, потому что она никогда не открывала на моем аккаунте кейсы. Анетка, ты готова лишиться девственности игровой? Конечно. Я хочу открыть Rival кейс. Окей, Анетулечка, ты готова? Давай открывай. Конечно, готова. Абракадабра! Подожди. Абракадабра. Давай, и Анетке выпадает. Анетке выпадает. А это... Нет. Ну, такое себе, такое себе. Можно и лучше. Да, можно лучше. Сейчас папочка Кент покажет, как надо открывать кейсы. Я, ребята, себе купил 5 Origin кейсов, поэтому смотрите и учитесь. Учитель по открыванию кейсов Кента пока готов. Ну что, смотри и завидуй. Я надеюсь, тебе выпадет пиксель. Пиксель! А какой пиксель? Пиксель? Мы его будем там делать байонет, смотри, учись. Минимум аркан. Пиксель, минимум, минимум. Пиксель. Это Анетка подкрутила, это реально я подкрутила. Блин, это было обидно. Так, ну что же, Анетулечка. Я выбираю Rival кейс. Ну конечно, потому что ты их купила. У тебя только одни Rival кейсы есть. Да. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CD Drop это мой выбор, заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Давай, 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 Rival кейсик. Давай, Нека, ты сможешь это сделать, давай. Тише, тише, не хлопай так громко. Ладно, все, извиняюсь, поддержите Анетку. Опять? Да ты что, твой любимый скин P350 Rally Статрек. Смотри, тише, тише, тише. Ща папочка покажет, как правильно открывать кейсы. Ребята, надеюсь, вы готовы. Смотри, я тебе покажу секретный буст. И сейчас выпадет нож. Готово? Так. Так. Да, конечно. И еще сделаю буст на АКР Трэшер Хантер. Вдруг выпадет, я офигею. Поехали. Так, так, твою налево, ядреть колотить, шо это такое? Анетка, мы так не договаривались. Это не P45, твой настоящий скин. Так, Анетка, давай, надо выбить что-то нормальное. Давай, опять Rival кейс. Давай, у тебя осталось... вообще никому не везет, если честно, поэтому давай. Давай, у тебя осталось 3 Rival кейса, ровно 3 попыточки. И Анетке выпадает. Анетке выпадает! Ну, такой ну, себе такое, хэштег, да? Такой ну, себе. Больше везет, верно? Я не знаю, кого больше везет, пусть решат подписчики. Ребята, кому больше везет, напишите, пожалуйста, в комментарии. Это, конечно, я. Давайте, ребята. Сейчас папочка Кентом покажет, что такое настоящее открытие кейсов. Я надеюсь, вы уже все готовы. Давай. Поехали! Просто поехали! Только не нож, я думаю, что это не нож. И мне выпадает некроманси! Легендарочка, да! Мужики, всем кулачок! После этой хорошей радостной новости я пойду попью немножко водички. Ладно, давай. Я просто в трусах сижу. А ну, привстань. Так, Кента ПК вроде ушел, я его хочу пранкануть и продать его керамбит. Так, я лалай, где он? А вот он родненький. Так, найти на рыночке. И продаю за 0.03. Пока никто не слышит. Кент, если что, я продаю твой керамбит, все. Оп, и создаю. Чего нахрен, какой керамбит, руку убери? Это не трогай. Это святое, его не трогать. Капец, на меня подставили. Офигеть. Я отошел попить воды, а Анетка керамбит решила продать. Ничего себе! Значит, я решил уйти на 30 секунд. И Анетка тут как тут решила меня пранкануть продажей моего любимого керамбита. Да я керамбит люблю больше, чем тебя. Керамбит, я тебя люблю.
Так, ну что же, продолжаем дальше наше открытие кейсов. И сейчас очередь папочки, а точнее Кента ПК. Полетели. О, наконец, АКР-12. Ядрить, колотить, АКР-12 пиксель камуфляж. Да иди ты в задницу, АКР-12 пиксель камуфляж. Я хотел нормальную аркану, а не какую-то там ссаную рарку. Ну чё, Анетушка, настал твой черед? Анетке сейчас повезет, как всегда, давай. Давай, Анетушка, давай. Покажи, как правильно не надо открывать кейсы, давай. Правильно, как нужно открывать кейсики? И... Давай, ну нафиг! Стотрек! Блин, ну жаль, конечно. Офигеть! АКР Некромансер легендарка! Да за что? Почему мне не выпадает никогда не, такое? Не, ну конечно жаль, что не 100-трек, но все-таки... Да какое жаль, ну стоит 150 голды. Получается, у меня остался мой последний кейс, да? Ну, потому что один кейс, это был шестой, мы по 5 открывали. Давай. Академус, Выпадимус, М9 Байонетимус, Выпадимус. Поехали, просто смотри. Это же буду смотреть тебе в глаза. Да, смотри. Вот он мой нож. Чего? Блин. Все, ребята, мы в полной жопе. Походу, Анетка выиграла кента. Блин, обидно. Так еще там Райла. Давай, Анетка, давай. Твой последний кейсик. Ох, блин, надеюсь, мне реально повезет. Тут просто давай. Последний кейс. И тебе выпадает? Тебе выпадает? АКР Карбон. Ну, Анетка, даже, почти. Учитывая, что тебе выпал АКР Карбон, ты все равно меня выиграл. Поэтому я тебя поздравляю с этой победой. Давай мне ну а вы, голды. Мои уважаемые подписчики, если хотите продолжение видео с этой девушкой, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также ссылочка на Анетке будет в описании. Давай. С вами был Кент и... Анетка. Всем удачи и всем пока!